Всем привет! Сегодня у нас суббота, предпраздничный пасхальный день. Здесь я, знаете, уже решила дома паски спечь. И, ну, не паски, а куличи. Достала масло, оно должно быть комнатная температура, дрожжи прессованные, яйца достала, чтобы погрелись, молоко. Я уже, в принципе, одно тесто заделала, оно у меня уже стоит. И еще хочу, типа кранча что-то сделать, не знаю, что там получится, потом покажу. Тимошка, привет! Привет! Я приехала, сегогда бассейн у них был, так что Тимоня уже приехал. Пришел. Вот, и сейчас остальные, бассейн, кстати, вон там, видите, вот, на заднем плане, да, вот это вот бассейн. Милена с Дариной еще там одевается. Сушатся, мальчики, естественно, одна у них сушилка, девочки, конечно, другую сушилку. Перед этим заезжали до бабушки, что он там нагрел? Покажите. Дала бабушка. Может, там показывает камера, что или что? Я не вижу, что там. Нет, показывает. Показывает? Теперь показывает. Да. Бабушка немножко. Вот, видите, елки-палки, как обычно, на сиденье. Ё-моё! Вот, и это, бабушка им тут всякой фигни, пятерочка. Дала чуть-чуть, да, пятерочка, и он это, пока никого нет, все запасы разбирает, да, Тимонь? Вот, ну а еще нам, фигня всякая, я ругаюсь, честно говоря, бабушки есть бабушки, и еще нужно будет сейчас заехать, возьми, съешь, в магазин, вон у Дарина уже идет. Там, не знаю, за это, за Тимоня не видно, но мне уже здесь в окно заднего вида видно. Вот, видно. Еще нужно будет заехать. Не видно, не видно, да. Магазинчик, короче говоря, тесто. За кефиром. Ой, Тимоня мне вчера все мозги с этим кефиром вынес. Объехали пол, в нескольких магазинов заезжали, где он должен быть. Его и нету. Выпили все, говорю, Тимоша, выпили твой кефир. Сейчас попробуем заехать еще, да, и дальше готовить будем вкуснять. У нас, кстати, вчера такое ветрище было. Он уже и Дарина залазит. Это капец просто-напросто. Сегодня пока тишина. Дарусь. Привет, Дарусь. Даруся. Что-то она спряталась. Вот такой ветер был просто ужасный. Это капец просто-напросто. Я не знаю. Да, света не было. И мы, кстати, когда не было света, здесь вот на нашей части, в общем, поехали в другое место. И мы там нашли магазин «Магнит. Моя цена». У нас он открылся вчера только. Но все начинается, как обычно. Вот, видимо, он только вчера открытие у него было. И мы... Да, елки-палки. И мы туда заходили. В общем говоря, начала с одного, закончила другим. Был ветер, и даже на нашей улице сломало дерево. Света не было. Да, Милен, привет. Светофор. Короче, я говорю, хочу... Вы представляете, только приехали, Алина позвонила. Она говорит, что, оказывается, говорила, что у них сегодня уроки сокращенные. Вообще не слышала. У нас вот здесь светофор, здесь небольшой мини-рыночек. Я хочу здесь это посмотреть. В общем, я в другом соседнем городе видела эти. Да, народу тут. Пойдемте туда быстро, то Алина ждет. В соседнем городе видела эти, знаете, там вот всякие цукаты, орешки, все вот такое вот. Я думаю, может, и у нас тоже такое будет. Вроде как бы тот город-то недалеко находится. Вот, сейчас быстренько пробежимся. Кстати, я когда рассказывала за ветер, я снимала тоже, выкладывала в Дзен все вот эти вот видео. Так что переходите тоже в Дзен, подписывайтесь. Там больше ничего интересного. Вот здесь такие сплошные полностью видео. А там я еще и фотографии. В общем, заходите, видео будет. Да, Милен, давай по-быстрому. Описание будет под видео. Ссылка на канал в Дзен. В общем, заходите тоже, подписывайтесь. Будем вас ждать. Но мы сейчас быстренько уже пробежимся, бегом быстрее. Что это такое? Вот непонятно, что это за трубы.
фасовочные пакеты, ну, еще там. И бегом за Алиной. Это она уже названивает мне. У меня видео не прерывается, когда я записываю, когда кто-то звонит. Просто висит вызов сбоку. Так, ладно, сейчас бегом быстрее и бегом. Ну, всякие эти появились. Посудка интересненькая. Так, ну а мы уже дома. Короче, заехала в этот, как он называется, в Пятерочку. Купила вот такие вот орешки. Цукатов я не нашла. Сахарную пудру тоже не нашла. Уже все раскупили. В общем, больше не стала ни в какие магазины заезжать. И дома где-то должно быть сахарная пудра. Чуть-чуть мне хватит. И вот у меня уже одно тесто подошло. Другое я сделала. Блин, положили еще тут уже этот апельсин. А другое я тоже сделала. Сейчас отправлю на этот. А с этим... Ох, какое оно. Красота, лепота. А с этим сейчас буду я делать, ну, возиться, в общем говоря, пасочку, куличи, вернее, просто. А сейчас еще сюда добавлю изюм. Может быть, в какой-нибудь изюм я не буду добавлять, потому что Эльдар изюм как бы не любит, выковыривает и вообще может быть, может даже не есть, потому что изюм. Так, этим занимаюсь. Так, 5 штучек у меня готово. Ну, я не знаю, как они, насколько поднимутся. Я не могу всегда определить на глаз, будет она полная или не будет. Но посмотрим. Сейчас накрою, они еще тоже постоят, поднимутся, пока духовочка разогревается. И потом отправлю в духовку. А там другое тесто пусть пока настаивается. А мы, не знаю, наверное, сейчас яйца поставим варить и будем красить. Будем? Да! Париться. Мы, короче, приехали в этот Магнит косметики. Здесь сегодня скидочки 20%. Ну, конечно, на все белые ценники. Так что сейчас, может быть, что-то найдем. Алина сказала, ей много чего надо. А мне, я не знаю, что надо. Что-то надо, не знаю. Мы в этот раз будем красить яйца красками, ну, с такими вот пищевыми. В принципе, мы в прошлом году так красили, то есть разводишь их в воде и туда опускаешь яйца, там ждешь какое-то время, и они окрашиваются. Больше я как бы по-другому не красила, там еще можно и в луковой шелухе, кто как. Еще мама вот увидела, ну, сделала в этот раз, она красила как-то там в каркаде. Ну, в общем, есть у каждого свои способы и методы красить яйца. Мы в этом году взяли перламутровую краску какую-то и будем красить. Мы в такой небольшой компании. Дарина у бабушки, она помогает ей там тоже готовиться к празднику. А Эльдар просто гуляет на улице.
купила? Что покажите, что я купила? Лен, ну покажи, какая книжечка. Вот это когда мы с Алиной были в Магнит Косметик. Тимош, покажи свою. Мама, еще тоже. Смотри, Самуил Маркович Маршак. Яковлевич, по-моему. Самуил Маршмак. И знаете, вот такие вот небольшие, абсолютно очень, ну, такие вот. Но единственное, что да, вот в этой книжечке в Маршаке, больше, да, здесь больше. Очень мало. Ну, знаете, такой не сильно крупный шрифт, но тут здесь несколько рассказов. Очень стих, много. Да, несколько, много, да. Что сделать? Стихи и сказки вот есть. Вот он, Милена уже сидит, читает. И всего они были, интересная всего ничего. Книжечка. Совсем копейки, забыла сколько. По-моему, 70 интересная. Рублей, мама. 79. Мам. Вот такие они. И еще там одна книжечка, да, была, но я уже ее не стала брать. Мама Чуковский тут. Да, и вот такая вот сказка. Коней Иван да, Чуковский. Что ж такое, не переговоришь. Коней, и вот такие Чуковский. Вот сказки. Ты можешь не прыгай, как этот олень. Я уже много страничек. Да, видите, здесь тоже. Вот, здесь уже шрифт идет немножко покрупнее, чем в той. И тоже так же несколько его здесь произведений. Ну, Тимош. 126 страниц. Произведение, вот телефон, тараканище, Майдадыр. Ну, такие вот все известные, да? А где тараканище? Во, тараканище. Я люблю тараканище, Майдадыр. Читай. Это читает Тимошка. Сутева? Сутеева, да. Он говорит, что кто это все-таки написал, Чуковский или Сутеева? Я говорю, ну написано, что сказки с Чуковского, а рисунки Сутеева. Вот надо было все-таки еще одну, ту третью тоже все дать. Ну что вы думаете, наконец-то я взбила этот... Глазурь, да, вот такая вот она. Вау. Ну тут ее еще надо было взбивать, но, честно говоря, у меня уже терпения не было. Не то, что терпение, еще, знаете, этот. Я думала, у меня миксер скажет, слушай, иди-ка ты со своей глазурью куда подальше. Я думала, у меня он выключится вообще. На, бери, можешь намазывать, какую пасочку, эту. Эта паска, смотрите, у меня такая вот вылезла, в общем говоря. Вот. И вот это вылезло. Нет, это совсем другие, мы их не будем мазать. Только, ну, только эти, ты можешь стороночку чуть-чуть вот так вот пододвинься, я сейчас к тебе пододвину. И это, короче, какая-то жесть. Глазурь я делала... Я вообще паски только второй год пеку. Аккуратно, Тимош. Вот. И глазурь я делала в этот раз, знаете, взбивала сироп сахарный. Ну, знаете, да, как сахарный сироп делать. И желатин. В общем, глазурь у меня на желатине. Блин, я ее взбивала. Полчаса, наверное, точно. И то там нужно было еще больше взбивать, чтобы там, ну, короче говоря, за этим волочился. Просто-напросто, Тимош, это сильно мало ты. Смотри, вот как много, прям бери вот так сверху и вот так раз. А там течет у тебя? Ну, ничего, я не знаю, вот течет и течет, но, честно говоря, у меня уже терпения не хватает, чтобы там взбивать. И бедный мой миксер тоже скажет, иди куда дальше со своей этой... Глазурь. Да. Ну ладно. Что получится, то получится. Все равно для себя. Пойдет. Для дома. Постараемся сделать красиво. Ну а там будь что будет. Получается, мы паски уже сделали, а крема еще вот сколько. Куда? В рот. Ну, сейчас мы посыпем. Все течет, все, я не знаю, что. У меня в этом году вот такие вот три посыпочки. Из садика дали мне. Вот такие вот. Садики дали что-то. Сейчас мы просто посыпем. Вот так, смотри, на руку насыпайте, муж. И вот посыпай. Да, аккуратненько давай. Hey! Hey!
пасочки готовы. Вернее, не паски, а куличи, да? Ну, один такой вот немножко. Это, ну, ничего, пойдет. Такие вот с Тимошей посыпали и сделала вот такие вот. Ну, они называются кранчи. Кранч. Короче говоря, орех. А вот здесь вот орешки сверху. В общем, не такой, как мой куличик. Ну, в общем, будет кранчи у нас. И вот такая вот у нас, не знаю, красота, наверное. Думаю, что будет вкусно. Немножко, конечно, подвела глазурь. Но ничего, на ошибках учатся. Ну, и вот так вот немножко украсила. Кстати, где-то у меня была вот такая вот, ну, знаете, специально подставочка. Там яйца ложить. Ну и все тому подобное. Не могу найти. Думаю, в принципе, тарелочка тоже вот так вот украсила. Тоже вроде бы выглядит неплохо. Так что, ну ладно, закончу я уже видео на этом сегодня. На такой прекрасной ноте. Всех с праздником. Главное, чтобы у нас царил мир на земле. Всех с праздником. Христос воскрес. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока! Пока!